Свой профессиональный праздник отметили работники легкой текстильной промышленности. Праздничные мероприятия в этом году прошли на территории фабрики «Бастон», где лучших работников наградили благодарственными письмами и грамотами. Этот год начался для текстильных фабриков, как и для других предприятий бизнеса, непросто. Из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось перепрофилировать производственные мощности на выпуск совершенно другой продукции. К примеру, на протяжении последних 15 лет на фабрике «Бастон» разрабатывали и производили мужские костюмы и школьную форму. Теперь производственные мощности переориентировали на выпуск средств индивидуальной защиты. Таким образом, ежедневно сотрудники готовят до 25 тысяч многоразовых масок и 2 тысяч изолирующих костюмов. Девчонки, спасибо вам огромное. Вы спасли огромное количество людей. Я могу вам привести там море примеров, как в соседних, в том числе, регионах смертность там в 2, в 3, а в несколько раз. В некоторых регионах даже в несколько раз превышает то, что у нас с вами. Я уж не говорю про заболеваемость. И это благодаря вашим золотым рукам. Шьют и комплекты для врачей-инфекционистов, которыми пользуются медики ульяновских больниц. На данный момент разные виды СИЗов выпускают на 80 предприятиях области. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.